И всем привет, ребята, с вами я, Давид, и сегодня мы будем играть игру под названием Endless Doors. Ребят, я так думаю, что это игра-клон дверей, но, ребят, мы сейчас начнем играть, так что желаю приятного просмотра, мы начинаем. Так, ну, первое я уже понимаю, через несколько секунд уже будет открытие первой двери. Я, конечно, не понимаю, что здесь надо делать, но я буду следовать за игроками и попробовать, конечно. Но, ребят, если хотите, можете поставить лайк и подписываться на канал. Я не знал. Мне просто было лень спускаться. Короче, ребят, если вы... Я написал вам комментарий на видео «Звуки Раша в двери». Да если вы напишите любой комментарий над этим видео, то я возьму тебя какому-нибудь подписчику в видео. Только делайте так, чтобы ваш голос было слышно. А то я только свой голос монтажирую. Но, ребят, мы дальше пошли искать выход. Так. Что за кирпичный лабиринт? У меня скоро... Я не знаю, как в эту игру играть. Я вообще не знаю, я никаких монстров не видел. Короче, думаем. Не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, короче. Но, ребята, я попробую сыграть. И попробую это сделать. Так, я выйду. Я не знаю, где выйти. Я не знаю. А, еще никакого человека не ушло. Короче, ребят, смотрите. Короче, если... Не знаю, что сказать, короче. Смотрите, просто. Ребят, ну что, я следующее видео запишу, где я буду играть в клон дверей. Только я не знаю, я этого не обещаю или обещаю. Я, короче, не знаю, ребят. Дальше смотрите. Короче, смотрите. Ну, здесь надо уже искать выход. У меня фонарик скоро ходит, закончится, где я делаю выход. Что это за желтый свет? Так, пофиг. Ну-ка, пойду. Ну, пойду посмотрю. Фу, это больше всего похоже на игру The Mimic. О, что это за звук? У меня сейчас фонарик закончится, дайте мне шанс еще. Пожалуйста. У меня фонарик сейчас закончится. И, короче, ребят, сейчас еще будет кое-что. Не знаю, ничего не будет, но я не могу эту игру играть, я не знаю. У меня крыша едет. Короче, ребят, дальше желаю просмотра приятного. Какой-то красный свет. Это глич. Ну все, спасибо. Так, пошли дальше. Так, сейчас могу поищу. На самом деле, ребят, нужно... Я уже чуть-чуть понял, я ютубера смотрю и не понимаю. Но, ребята, на самом деле, у меня уже скорость заканчивается. Так что, ребят, посмотрите. Если вы начнете, я не знаю. Короче, ребята, напишу, когда выйдет мой YouTube, напишу свою ссылку в описании. Особенно, когда я сделаю свой мерчик. Особенно на таких размеров, которые у вас. Так что, ребята, когда мне будет уже, не знаю, ладно, ребят, я выпущу свой мерч через год. Так что, ребята, ждите, и уже будет для вас все готово. И предлагайте своим подписчикам или друзьям подписываться на меня, потому что еще предлагайте им, чтобы они заказали мои мерчи. Ну тогда, ребят, дальше желаю приятного. А как выйти из шкафа? Я вообще ничего не знаю в этой игре, и я только могу двери играть, двери обычные. Я вам недавно обещал, что в дверях я пройду дальше. Ну, ребят, это... Я забыл про это обещание, я не знал, что пошло выжить, но выжил про эту игру. Блин, я не могу найти выход. Ладно, ребят, желаю приятного просмотра. И всем, ребята, пока!